По окончании саммита в Казахстане глава нашего государства прибыл в Самарканд. Здесь состоялась его встреча с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который по приглашению президента Республики Узбекистан посетил с визитом нашу страну. Жемчужина Востока – Самарканд. Город, который называют перекрестком культур, наряду с другими известными древними городами и памятниками нашей страны, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, одного из агентств ООН. Напомню, начало плодотворного и многопланового партнерства Узбекистана с Организацией Объединенных Наций было заложено 2 марта 1992 года. Именно тогда республика стала полноправным членом организации, которую Ташкент рассматривает как универсальную международную структуру по поддержанию всеобщего мира и безопасности, решению проблем социально-экономического развития и охраны окружающей среды. Сегодня наша страна активно сотрудничает в деятельности организации и ее специализированных структур по различным направлениям. В основных приоритетах взаимодействия – борьба с современными угрозами и вызовами, стабилизация и восстановление Афганистана, нераспространение оружия массового поражения, решение экологических проблем, в частности, смягчение последствий кризиса Аральского моря, защита и поощрение прав человека. Приветствуя генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша во Дворце форумов в Самарканде, президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность и искреннюю признательность высокому гостю за визит, совершаемый им в Узбекистан впервые. Как отметил руководитель страны, за последние годы всестороннее сотрудничество с ООН заметно активизировалось. Сегодня партнерство выходит на новый уровень взаимодействия, сказал Шавкат Мирзиёев, а потому ваш визит является знаковым событием. В ходе встречи подчеркивалась важность дальнейшего развития и укрепления конструктивного и открытого диалога между Узбекистаном и Организацией Объединенных Наций, институтами этой авторитетной организации. Уважаемый господин Гутерриш, за последнее время наш диалог с Организацией Объединенных Наций заметно активизировался. Большое вам спасибо, что вы всегда идете нам навстречу. Вот вы направили господина Йенчи, господин Драганова мы встречались. Вот последний визит в Узбекистан – это тоже был такой прорывным, когда Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека господин Хусейн посещал. Когда я с вашими коллегами разговариваю, я хочу еще раз сверять часами, правильно ли мы идем или нет. Потому что все же я сказал, что Организация Объединенных Наций – это та площадка, где по глубокому моему убеждению решаются непростые жизненные вопросы. Я хочу, чтобы в дальнейшем у нас взаимоотношения носили системный характер. В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поблагодарил президента за приглашение и теплый прием. Приоритетные направления партнерства с ООН определила миролюбивая политика нашего государства и его приверженность соблюдению принципов и норм международного права. Взаимодействие Узбекистана с Организацией Объединенных Наций охватывает также вопросы экологии и защиты окружающей среды и, прежде всего, проблему Аральского моря. В своем поздравительном послании Антонио Гутерришу по случаю 25-летия вступления Узбекистана в ООН президент Шавкат Мирзиёев приветствовал твердую поддержку усилий по созданию под эгидой организации специального трастового фонда по Аральскому морю и зоне Приоралья. Одним из значимых шагов в этом направлении стал запуск 10 февраля этого года программы ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря посредством создания многопартнерского фонда по человеческой безопасности для регионов Приоралья». Интенсивно развивается сотрудничество Узбекистана и ООН в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ваше превосходительство, господин президент, большое вам спасибо. Также благодарность вам за осознанную возможность нашей встречи с вами. Я также благодарю за приглашение посетить Узбекистан и щедрое гостеприимство, господин президент. Особо хочу поблагодарить вас за возможность, как вы сами отметили, создание новой платформы взаимодействия, новой платформы сотрудничества между Узбекистаном и ООН. Мы считаем, что Узбекистан играет все более важную роль в региональных делах, важную роль показывает в международном сообществе, а также в жизнедеятельности Организации Объединенных Наций. Господин президент, ваше предстоящее участие в рамках сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет явным подтверждением того, что растущей роли и участие Узбекистана в международных делах. На встрече звучало: многоплановое сотрудничество Узбекистана и Организации Объединенных Наций будет развиваться успешно и в дальнейшем. Накопленный же бесценный опыт плодотворного партнерства будет хорошей предпосылкой для расширения спектра взаимодействия, определения новых направлений совместной работы в интересах стабильности, развития и благополучия Узбекистана.
инициативы за стабильность и мир в мире. Взять хотя бы те, что были выдвинуты Исламом Каримовым с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН еще в начале 90-х. Или позже, на саммитах по целям развития тысячелетия. Имя первого президента Узбекистана связано со многим, что сыграло важную роль в истории страны. В том числе это сотрудничество с ООН. Территория древней мечети Хазрата Хазер. Здесь генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш отдал дань уважения памяти Ислама Абдуганиевича Каримова. В программе посещение народной приемной президента в Самаркандской области. Приоритеты ее работы созвучны с принципами ООН – защита прав и интересов человека. Этот смысл заложен и в цитату, что встречает здесь прямо с порога каждого, кто пришел сюда со своими проблемами. Наша главная задача – обеспечить то, чтобы народ был доволен жизнью и государством. Между тем и у гостя возник свой вопрос к этому месту. А если у человека трудности с налогами? И их решим в рамках закона. Рассматриваются здесь все обращения граждан, разделяя их на 6 секторов. Это и социальная сфера, жилищно-коммунальная, судебно-правовая. Отдельное направление – поддержка предпринимательства. В день самый минимальный у нас приходит поступление заявки 25-30 человек. Они хотят начать свою предпринимательскую деятельность. Здесь сами заключаем договора, и здесь же с этого места мы помогаем и даем им результаты. Знакомились и с работой Махали. Этому институту у нас много веков. И это уникальная система отношений, во многом созвучная с демократическими ценностями. В Узбекистане сегодня более 10 тысяч махалей. Юксалеш – имя той, куда пожаловал высокий гость. И случайно ли вышло с названием? Скорее, знак. Именно на высокой планке видит будущее своих отношений Узбекистан и ООН. Махали – это начальная ступенька создание дружной семьи. И сегодняшняя встреча в этой прекрасной махале еще раз показывает наш менталитет, нашу дружбу, нашу сплоченность. И еще раз подтверждает, что Узбекистан наш общий дом, а в этом доме мы одна дружная семья. Сегодня мы это показали генеральному секретарю ООН. Он убедился, что действительно за этим столом сидят люди разных национальностей, но у всех одна забота – мир и согласие в доме. На этом посещение Самарканда генеральным секретарем ООН завершилось. В международном аэропорту города президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев проводил главу авторитетной международной структуры. Следующий адрес поездки – Каракалпакстан. Прибытие высокого гостя в Каракалпакстан – это, пожалуй, одна из важнейших целей всей программы его визита по странам Центральной Азии. Ведь проблему орала сегодня пытаются решить крупнейшие экологические организации планеты. Как обстоит ситуация при орале на сегодняшний день, Гутерреш ознакомили прямо в здании аэропорта Нукуса в первые минуты его пребывания. Специалисты детально проинформировали главу авторитетной международной структуры с масштабами существующей проблемы. Последствия данных изменений – это вредные соли и песок на высохшей территории орала, которые загрязняют окружающую среду на многие километры вокруг. В свою очередь, гость отметил, что с этой проблемой необходимо бороться совместными усилиями. И международное сообщество оказывало и дальше будет оказывать всевозможную помощь в решении этого вопроса. Группа специалистов презентовала генсеку ООН ряд проектов по восстановлению легендарного водоема. Многие из представленных программ показались гостю довольно эффективными. Их необходимо притворять в жизнь, заключил Гутерреш. Как неоднократно отмечали специалисты, изменение климата на планете, который мы сегодня наблюдаем, одна из причин высыхания орала. Это не единственное негативное явление. Промысел рыбы уменьшился в 7 раз. Орошение плодоносных территорий в окрестностях водоема уменьшилось в 4 раза. На решение этих проблем за последние годы Узбекистаном были реализованы проекты на сумму 5 миллиардов долларов США. Однако для более эффективного решения этой проблемы необходимо активное участие и международных организаций. Надо сказать, что несмотря на существующую ситуацию, Муйнакский район сегодня живет своей активной жизнью. Знаменитое море по-прежнему вызывает большой интерес у туристов, которые приезжают сюда ежегодно в большом количестве. Развивается не только туризм. Постановление, подписанное президентом Узбекистана о дополнительных мерах по экономическому развитию Муйнакского района Каракалпакстана и обеспечению занятости, дает свои видимые плоды. В рамках этого документа уже реализовано около
около 20 проектов. То, как сегодня живет Муйнак и какова ситуация в Приорале, Антонио Гутерреш увидел воочию, облетев территорию на вертолете. К счастью, Каракалпакстан известен миру не только своей экологической проблемой, но и богатой культурной жизнью. Последним объектом, который посетил генсек ООН, был Государственный музей искусств имени Савицкого. Как известно ценителям прекрасного, этот музей знаменит ценной коллекцией художников-авангардистов. Здесь хранится около 100 тысяч величайших экспонатов. Увиденным гость был впечатлен. На этом визит Антонио Гутерреш в Узбекистане подошел к концу.